Привет, друзья! Продолжим собирать дары природы. На этот раз встретили грибы-вешенки. Их тут немного, но наверняка есть еще. Обычно они растут на валежинах. И зачастую бывает такое, что на одном валежине можно целый пакет набрать. Значит, брать надо молодые грибы, вот наподобие этих. Вот уже старые грибы, такие брать не стоит. Если посмотреть, видно, что они уже темнеют. В общем, становятся такие дряхлые. Берите только молодые. Готовятся они стандартно, как и большинство грибов. То есть можно сделать из них грибной суп, можно их пожарить. Вот еще бревнышко. Тоже довольно много грибочков. Растут они обычно из одной точки, вот таким целым пучком. Наверняка видели в магазинах, где продается или на рынке, вешенки, которые в культурных условиях выращены, в подвалах. Тоже они такого типа. Значит, по качеству, по вкусовому вообще не сравнить. То, что продается в магазинах, это просто резинки безвкусные. Вот эти натуральные лесные вешенки, вот это реальный вкус этих грибов, когда они растут на древесине, не на опилках. Обратите внимание, что грибочки любят прятаться. Если мы сверху валежины их срезали, то надо еще заглянуть и снизу. И тут тоже они присутствуют. Ну вот, с одного завала набрал 3 пакета грибов. Так что ужином мы обеспечены. Запах у грибов, у вешенок приятный, но специфический именно для вешенок. То есть чем-либо другим спутать их очень сложно. Начинает греметь. Похоже, собирается дождь. В общем, я буду двигаться обратно. Наверняка тут еще можно поискать грибов в этих завалах. Уже хватит.